Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, еженедельный проект информационной службы Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Наш город 12 июля отмечает День первоверховных апостолов Петра и Павла, а также память чудотворного Каспировского образа Пресвятой Богородицы, который охраняет Одессу уже многие десятилетия. В следующей программе вы увидите рассказ об этом празднике, а сегодня мы познакомим вас с такими событиями. Первую божественную литургию в строящемся летнем храме в честь Тихвинской иконы Божьей Матери возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Одессе состоялся общегородской молодежный молебен. На территории Свято-Архангела Михайловского женского монастыря открылась православная выставка «Лето Господне». Уже 5 лет прошло с момента основания Свято-Покровского скита в селе Мариновка. С тех пор трудами и молитвами Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского Измаильского, который с отцовской любовью заботится об этой святой обители, возникшей на месте пустого поля, скит разрастается и преображается. Так, 9 июля, в день почитания Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, в строящемся здесь летнем храме в честь чудотворного образа Божьей Матери была совершена первая божественная литургия, которую возглавил владыка Агафангел в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви. Многочисленный поток верующих в этот день посетил обитель в селе Мариновка для совместной молитвы и получил благословение Царицы Небесной. Осенью 2015 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви было установлено основать на базе приходского Свято-Покровского храма села Мариновка Белявского района Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. И менее чем за 3 года здесь были практически полностью завершены работы по реконструкции приходского храма, создан новый нижний Свято-Николаевский храм, построены братские корпуса, трапезная, водосвятная часовня, благоустроена обширная прилегающая территория, высажены сотни плодовитых деревьев, тысячи кустарников и цветов. Владыка митрополит Агафангел не раз отмечал особую афонскую чистоту и благодать Свято-Покровского скита, расположенного на живописном берегу лимана вдали от шума городской суеты. 9 июля 2020 года, когда Православная Церковь празднует память чудотворного Тихвинского образа Божьей Матери, а скит отмечает уже свое 5-летие, здесь, в строящемся удивительном по своей архитектуре летнем храме в честь Тихвинской иконы Богородицы, митрополит Агафангел возглавил первую божественную литургию. Она как небо, как вертеп, одушевленный храм, в который вместило невместимого, и недаром человеческий. Уста, язык поет, и тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, одушевленный храме и раю словесный, и мы за каждой божественной литургией обращаемся к Пречистой, воспеваем ее завершению крестильского канона, когда произносим слова изрядно о Пресвятей Пречистой, преблагословении славней Владычице нашей, Богородице и Пресно Девы Марии. С тех пор, как 5 лет назад был построен и освящен Свято-Покровский скит, село Мариновка превратилось в настоящий оазис православия. Для многих верующих скит стал местом постоянного паломничества. За 5 лет здесь произошли очень большие изменения. Все благодатно преобразилось, чувствуется, что делаются работы с большой любовью. Много трудов приложено, и многие паломники с удовольствием приезжают сюда целыми семьями. Тихвинская икона Божьей Матери по преданию является одной из икон, написанных апостолом Лукой. До завоевания Константинополя турками святой образ находился в Византии. Но за 70 лет до захвата города икона исчезает из Константинополя и чудесным образом являет себя на Ладожском озере, близ города Тихвина. И под попечительством князей, почитаемая и любимая народом, находится в монастыре в городе Тихвине. Во время нападения шведских войск на монастырь икону не могли сдвинуть с места, что вернуло надежду маловерным, и монастырь остался нетронутым.
В 20 веке икона была увезена в Европу, а позже в США, для того, чтобы уберечь святыню от поругания. И только в 2004 году вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который избрала для своего постоянного пребывания 6 столетий назад. Покровский скит в селе Мариновка. Праздник Тихвинского образа Божьей Матери отмечает день своего рождения. К пятилетию основания удивительный летний храм в честь чудотворного образа Царицы Небесной, построенный владыкой Агафангелом, наполнился первой общественной молитвой. Она помогает всем, кто обращается к ней, кто почитает Сына и Бога, кто исповедует немощи свои, взирает на небо, и Божья Матерь преклоняет это небо к земле, и милость и любовь Царицы Небесной охватывает живущих на земле, и каждое человеческое сердце становится новым, сердцем сокрушенным и смиренным, которым открывается благодатная сила любви Христовой, разбивающей оковы всякого человеческого греха. Отметим, что по благословению митрополита Агафангела в Покровском скиту также строится первый в Украине православный хоспис Покров для онкобольных, в котором люди будут получать необходимую квалифицированную духовную и медицинскую помощь. А в новом храме, посвященном Тихвинскому образу Богородицы, неподалеку от хосписа будут возносить свои молитвы к Богу сразу 1000 человек. Благодаря неустанным молитвам и трудам нашего любимого архипастыря владыки Агафангела, возведением двух таких важных православных объектов встретил свое пятилетие Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. В минувшие дни также состоялась встреча в проекте «Беседка» священнослужителей Одесской епархии Украинской Православной Церкви с жителями села Мариновка и насельниками Свято-Покровского скита, на которой участники говорили о возрождении духовной жизни в нашем государстве и о многих других темах, касающихся деятельности церкви. На протяжении своей истории церковь сталкивалась с многочисленными испытаниями, иногда настолько масштабными, что казалось, вера народа в истинного Бога может пошатнуться. Именно таким периодом стало время богоборческой власти на наших землях в прошлом веке. Тогда, замученные постоянными гонениями и допросами верующие люди задумывались, а как будет дальше? На третьей встрече в рамках интерактивного епархиального проекта «Беседка», который по благословению владыки Агафангела выходит в прямой эфир в воскресный вечер, прозвучал ответ на этот вопрос. Процитировать святителя Иоанна Златоустова, который еще в IV веке сказал, что самое благоприятное время для церкви – это было время гонений. Я думаю, что это относится не только к церкви, потому что когда гонения, пусть даже скрытые, завуалированы каким-то образом, то отпадает часто вот вся эта лишняя шелуха, случайные люди. И вот остаются только те, кто знает, зачем он здесь. И наоборот, наверное, человек так устроен, что дай ему чуть больше свободы, и мы через некоторое время начинаем сами гнить. Поэтому вы правильно, отец Андрей, вот, заметили, что нужна вот эта система какого-то равновесия. Вот, и только это держит на плаву и духовную жизнь, и религиозную жизнь, и светскую жизнь. Разные темы жизни современного человека обсудили священнослужитель и гости беседки. Тело – храм души, и забота о его здоровье важна для христианина. Благодаря общению с фермерами и аграриями Беляевского района удалось подробнее узнать об особенностях современной молочной продукции и, что нелогично, о снижении количества ферм в стране. Как мы при Союзе, говорит, жили, в каждом селе была ферма, в каждом селе было там... Держали там в частном секторе немного, но все равно держали, говорит. И у нас был постоянный дефицит молочных продуктов. Ну, то есть, наверное, кто постарше населения помнит, в Одессе, чтобы надо было взять там в 90-м году пару литров молока, надо было в 6 часов идти в молочку. Там привозили там 6-10 бидонов молока, и там надо было выставить очередь, чтобы это сам. Сейчас ситуация прямо наоборот. Ну, если по логике вещей так задуматься, откуда мы берем молоко? Ну, вот недалеко надо брать, вот Сергей Васильевич знает. На Межлимане у нас была ферма здесь, в Мариновке, ферма в Августовке, ферма в Ильинке.
Это только на этом отрезке, 30 километров. Причем, ну, если у нас фермы были такие переделанные, скажем, то у Уступки была стандартная, капитальная. Ильинки была капитальная ферма. На сегодняшний день, ну, я не знаю, там, может, корпуса какие-то еще и остались. Но все у них. Животных, ну, животных там точно нет. Кстати, да, в Морозовке Ильинское было отделение. То есть можно сказать, что почти в каждом селе. Да. Ну, я тоже жил в селе, где у нас было несколько ферм, летняя, зимняя, все вот это мерегиево росло. И было в каждом селе, и молока не хватало, скажем так. И это при условии, что межлимание всегда же это была, ну, провинция, которая снабжала новый базар, привоз брынзой и молочными продуктами. Угу. То есть население местное, это, ну, стандартная ситуация какая. Утренний автобус вперед. С торбами на базар. То есть туда молочную продукцию постоянно выходит. Хорошо, а где сейчас берут, как вы думаете? Это вот у вас, да. Вот посмотрим последнюю, даже я как-то по телевизору смотрел, там приводят такие данные. Никогда за все существование Союза, я уже молчу, даже независимой нашей Украины, не было такого, чтобы завозили цельные молочные продукты, то есть цельное молоко, из-за рубежа. То есть возили полуфабрикат, масло, сыры и все остальное. Угу. Значит, мы умудрились за последние 2-3 года увеличить импорт цельного молока из-за рубежа. Участники беседки не обошли вниманием и вопрос о современных технологиях и их влиянии на молодое поколение. Правда сказали, что эти телефоны — это какая-то беда нашего времени. Сильно, конечно, мы пытаемся с этим бороться, но здесь, наверное, правильно какую-то выбрать позицию, чтобы ребенок рассматривал это не как часть своей жизни, этот телефон, как в нем там жить, а как средство для какого-то развития, да, и не придирать ему столько внимания. А для этого нужно показать ему альтернативу. Да, вот это правильно. Просто, что есть другое, есть общение, есть рыбалка. Есть там, футбол, есть, рыбалка. Есть, да, труд, обычный труд. И это не самый главный в жизни телефон. Проект Одесской епархии «Интерактивная беседка» выполняет важную миссию. Здесь открыто в прямом эфире обсуждаются темы и вопросы, волнующие православных и не только их, которые не поднимаются в других программах и телепередачах. Для многих людей такой способ общения со священнослужителями является возможностью узнать новое и важное для своего духовного роста, а также укрепить свои знания о православной вере. Восьмого июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев, в православный день семьи, любви и верности, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы состоялся общегородской молодежный молебен. За богослужением присутствовала и наша съемочная группа. В праздник Петра и Февронии мне вспоминается стихотворение Эльдара Рязанова «Любовь готова все прощать». Любовь готова все прощать, когда она любовь. Готова беспредельно ждать, когда она любовь. Любовь не может грешной быть, когда она любовь. Ее немыслимо забыть, когда она любовь. Она способна жизнь отдать, когда она любовь. Она спасение, благодать, когда она любовь. Полна бессмертной доброты, когда она любовь. Она естественно, как ты. Когда она любовь. Прище Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бо прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Или кто есть от вас человек, его жащего спросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змею подаст ему. Ощубовы лукави суще, умейте даяние блага, даяти чадам вашим, кольми паче Отец ваш Небесный, даст благо просящим у Него. Традиционно 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии, молодежный отдел Одесской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, организовывает молебен в Свято-Преображенском кафедральном соборе, на котором многие молодые люди имеют возможность просить святых молить о них перед Господом о благословенном сложении семьи, либо уже благодарить за совершенный шаг. То, что воспевают все великие деятели искусств в романах,
картинах, стихотворениях и многими другими способами, то, что не может не иметь хоть один человек на Земле, и то, ради чего совершаются самые грандиозные открытия, объясняется одним словом. Это слово — любовь. Память этих угодников прежде всего сподвигает нас на размышление о действии промысла Божьего в нашей жизни. Ведь все эти люди, святые люди, они доверились промыслу Божьему, а отсюда и удостоились Царства Небесного. И каждый в своем образе. Кто-то в образе князя, кто-то в образе простолюдина, кто-то в образе монашеском, а кто-то и в мирском статусе, кто-то, взяв на себя подвиг юродства, а кто-то мученичества, кто-то именуется равноапостольным, храмостроителем, храмоздателем и распространителем евангельского слова. Множество венцов, множество звезд на церковном небосклоне, но всех их объединяет это любовь к Богу, любовь к ближнему. Любовь к Богу, потому что доверились тому промыслу, тому слову, которым Господь промышляет над каждым человеком. Сегодняшний день Петра и Февронии в какой-то степени тоже нас призывает поразмышлять и над своей жизнью. В каком бы образе мы ни присутствовали в сегодняшний день, в кругу супружеской семьи, то есть в образе супружества с детками или находясь в кругу своих родных, близких людей, родителей, братьев и сестер, еще, может быть, по каким-то причинам не удостоились от Бога связаться с супружеским венцом, тем не менее должны помнить, что цель человеческой жизни – это спасение человеческой души. А вот какой путь Господь нам преподаст для спасения души? Вот в этом-то и заключается наше доверие Богу. День памяти Петра и Февронии в православии – это день семьи, день любви. Ведь то, что князь Петр пожертвовал престолом ради той, кого любил, бросил все ради своей невесты – это любовь. Пришла с благодарностью святым, потому что память любого святого – это, наверное, как и день рождения самых близких для тебя людей, когда ты не можешь пропустить это событие, хочешь поблагодарить их за все, что было, за все, что есть. Пришла с благодарностью за то, что пример Петра и Февронии святых вдохновляют мое поколение и меня лично своим самоотверженным примером, своим умением договариваться, жертвовать чем-то ради Высшего. И, конечно же, хочется испросить милости и для себя лично. Думаю, что не найти свою вторую половину – это не страшно, нет смысла отчаиваться либо переживать по этому поводу. Все мы приходим в этот мир самостоятельно, и уходить из него тоже будем самостоятельно. Поэтому важно на протяжении жизни строить себя и свои отношения с Богом, а там уже как Господь управит. Мне кажется, это вообще не тот повод, по которому стоит отчаиваться. Сейчас такое время, молодежь думает, что надо спешить, бежать вперед, чего-то искать. Хотя на самом деле, наверное, стоит просто подождать и помнить, что у Бога все вовремя. Вот. И не строить себе каких-то планов. У Бога всегда будут на тебя планы получше. Поэтому просто ждать, молиться, надеяться, обязательно верить. Все будет, всему свое время. А насколько нам известно, любовь есть Бог. И если и вас на какой-либо поступок толкает чистое и искреннее чувство, значит, это вам велит совершить сам Бог. Когда ты действительно любишь, вопросов о том, стоит ли жертвовать, вообще не возникает. Ты просто готов идти за любимым человеком, куда бы то ни было, даже если придется отказаться от всего. С вами Бог, с вами ваша любовь, и это приведет вас туда, куда должно привести. На территории Свято-Архангела Михайловского женского монастыря 3 июля открылась традиционная одесская летняя православная выставка-ярмарка. В этом году организаторы назвали ее «Лето Господне» и изменили место проведения. Впервые для участников и гостей ярмарки гостеприимно распахнула двери женская обитель на улице Успенской, 4. Мероприятие проходит в Одессе с 3 по 13 июля. О том, какими новинками радует «Лето Господне» в нашем репортаже. Благостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу, помолимся. Господи, помилуй.
Молебном перед началом доброго дела 3 июля открылась православная выставка-ярмарка «Лето Господне» в Одессе. В этом году по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, традиционное и ожидаемое многими мероприятие получило собственное название и новое место проведения. В связи с карантином экспозиция разместилась на открытом воздухе у женского монастыря на улице Успенской. Летняя выставка носит название «Лето Господне», потому что действительно мы здесь видим летние товары, мы видим из монастырских хозяйств разную продукцию, которую монахи и просто скитоначальники, игумены производят для того, чтобы поделиться с мирянами, с верующими людьми продукцией, которая освящена молитвой. Организаторы выставки-ярмарки, миссионерский отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви и братство апостола Андрея Первозванного пригласили к участию около 100 экспонентов, среди которых храмы и монастыри различных епархий Украины. На стенде организаторов информация об учебных заведениях, Одесской духовной семинарии и катехизаторских курсах для прихожан имени святителя Иннокентия Одесского. На торжественном открытии присутствовали ректор Одесской духовной школы, протоиерей Дмитрий Яковенко и игуменья Серафима Шевчик, настоятельница Свято-Архангела Михайловского Одесского женского монастыря, под благодатной сенью которого открылась выставка «Лето Господне». Я желаю, чтобы мы здесь пребывали в духе любви, взаимопонимания, взаимоподдержки, и чтобы действительно эта выставка принесла нам радость, чтобы люди, приходящие сюда, получили духовную пользу и нашли для себя то, что они ищут материальное. На выставке участники представили церковную утварь, духовную, историческую и детскую литературу, церковное облачение, продукцию монастырских мастерских и народных промыслов, монастырский мед, натуральные масла, изготовленные по старинным рецептам, травяные лечебные сборы, одежду из хлопка, льна, шерсти, православные ювелирные изделия, иконы. Впервые мы приехали в этот чудесный монастырь, привезли иконы, которые сами делаем, на холсте и писанные иконы. И также есть у нас свой мед. Пожалуйста, приходите. Насыщайтесь духовно и телесно. Наша святая обитель Рождества Пресвятой Богородицы приглашает к нам в гости на молитвенный труд, на послушание. У нас, особенно летом, много послушаний. Мы изготавливаем наши подушки, одеяла из овечьей шерсти. Продукция нашей обители, вот, все предоставлено. Наш монастырский чаек матушки сами делают, яблочный уксус. И мы как бы не только продукцию представляем, мы еще рассказываем людям, как ходить в храм, как молиться Богу. То есть нас заказывают требы, мы рассказываем, что какая треба означает. Приглашаем нашу обитель посетить. Очень нравится, хорошо очень приняли организаторы. Мы довольны очень, как бы и нам город нравится, и довольны очень. И да. У них продукция хорошая. Да. Вот именно у них я всегда беру. У них все работает. И сосудистые препараты, и масляное, само собой, хорошее, оно полезное. И уксус яблочный, настоящий, выстоянный. Вечером для гостей выставки «Лето Господне» в рамках духовно-просветительской программы лекции священнослужителей, преподавателей Одесской духовной семинарии. Темы встреч, познание воли Божией, проблемы воцерковления неверующих родственников, Библия в науке, а также другие волнующие современного человека. Прямо на ярмарке расположилась экспозиция «Свет Христов» об истории крещения Руси. Отдельное внимание маленьким посетителям. Участник выставки, писатель Наталья Корнивская, например, представила увлекательные детские произведения. На прошлой неделе вышла вот такая книжечка «Непридуманные рассказы». В нее вошли рассказы, в которых рассказывается о чудесах. Детки очень увлеклись вот этой серией книг и, считая с большим удовольствием, звонят, пишут, спрашивают, когда будет продолжение. В свободное и несвободное время я пишу книги для деток, стараюсь, чтобы все-таки они меньше сидели в айфонах. Другой участник для детей и родителей на открытом воздухе организовала мастер-класс по точечной росписи. Рисунок простой, дети очень быстро схватывают. И я вам скажу, что бывают такие иногда детки талантливые, что ты даже не ожидаешь, насколько выходит интересно и красиво. Хотя вроде бы точка, и ничего нового невозможно придумать.
Мне очень нравится рисовать на стекле. Почему? Вот как? Потому что это очень интересно и увлекательно. Я первый раз пробовала. Цветы, трава, лепесточки, тема поляна. Сама по себе ярмарка, она вообще в истории неоднократно встречается. Еще с древних времен, даже читая толкование Евангелия, мы видим, что некоторые толкователи говорят: «В разгар ярмарки, и я вам представлю свой товар, Слово Божие, и расскажу, что мы должны приобретать. Мы должны приобретать мудрость, кротость, любовь к Богу, любовь к ближним. Мы должны приобретать, самое главное, да, богатство в сердце Иисуса Христа». И вот ярмарка должна нам тоже об этом напомнить, что самый нужный товар всякому христианину, его сердце – это благодать Божия. Лето Господне. Выставка-ярмарка с 3 по 13 июля на территории Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. Яркое событие в жизни православной Одессы. Лауреату Нобелевской премии по литературе 1938 года американская писательница Перл Бак, которая, будучи дочкой миссионера в Китае, провела детство и юность среди беднейших китайских крестьян и их детей, принадлежит очень трогательная и жизненная мысль. Дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые не могут любить. С точки зрения педагогики и детской психологии звучит очень ярко, да и подтверждения жизненных историй вокруг тоже хватает, когда мы слышим, что в некоторых регионах по статистике большинство выходцев из приютов становятся в дальнейшем людьми без определенного места жительства, а достаточно часто, к сожалению, если их место жительства и определяется, то им становится тюрьма. Попутно стоит отметить, что, осознавая важность дарования любви еще в детском возрасте, в том же Китае, в те же тяжелые голодные годы, трудился и шел против безбожного течения святитель Иоанн Шанхайский, память которого мы праздновали совсем недавно, 2 июля. Хотя он был косноязычным и литературных премий никогда не получал, тем не менее силой Христовой молитвы скромно и тихо спасал тысячи голодных и отчаянных людей. В частности, он организовывал для сирот и детей бедных китайских родителей приют во имя святителя Тихона Задонского. Всего воспитанники приюта были около 3500 детей. Епископ сам подбирал больных и голодающих детей на улицах шанхайских трущоб и приводил их в приют. В жизнеописании владыки Иоанна сказано: «Его любимцами были дети, которых он так охотно держал при себе. Он всегда интересовался ими, экзаменовал их, посылал им открытки и приносил подарки. Он мог смотреть им в глаза по несколько минут тем теплым лучистым светом, который проникал в глубину души. И это было как объятие матери для младенца. Этот взгляд был незабываем. Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле». И если удивительно, как святитель Иоанн Максимович был столь добр, видя, что кто-то из детей не имеет детского счастья, подобно тому, которое было в детстве у него самого, то тем более удивительно, как в порядке исключения из наблюдения американской писательницы научился любить наш одесский святой 20 века, праведный Иоанн Атаманский, память которого мы отмечали буквально недавно, 1 июля. В 3 года он осиротел, остался без отца, служившего диаконом, а вскоре и без матери. Будучи голодным, он часто искал остатки пищи на одесских приморских улицах и в мусорных баках, а единственным утешением для него было общение с Богом в храме и украшение цветами родительских могил на Соболском кладбище. Но и там жестокий сторож избивал и прогонял его. Удивительно, как можно не озлобиться в ответ, а наоборот, из-за недостатка любви возжелать больше всего на свете дарить эту любовь таким же обделенным. Одному только Богу известно, сколько в дальнейшем за всю свою жизнь голодных накормил и печальных утешил протоиерей Иоанн Атаманский, посвятивший свою жизнь служению Христу, оклеветанному и распятому нашего ради спасения. Мощи праведного Ионы и поныне находятся в Свято-Успенском кафедральном соборе, где он служил многие годы, и где ежегодно 12 июля православные одесситы совершают молитвословие перед Каспировским образом Божьей Матери. Постараемся же и мы, дорогие братья и сестры, в этот праздничный день забыть о собственных скорбях и обидах, забыть о недостатке любви к нам и хотя бы на миг проявить эту любовь к ближним. Да поможет всем нам в этом Господь. На этом наша программа сегодня подходит к завершению. Напомним, что на седмице, которая наступила, Церковь чтит 13 июля Собор 12 апостолов, 14 июля – память бессребренников Косьмы и Дамиана, 15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне,
17 июля – память преподобного Андрея Рублева, а также святых царственных страстотерпцев. 18 июля – память Сергия Игумена Радонежского, великой княгини Елисаветы, а также святителя Иннокентия Одесского. Смотрите следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения уже через неделю. Всего вам доброго и до новых встреч!